Почта. Второй доклад экспериментального военного завода. Имя агента Том. Я успешно завербовался на военный исследовательский завод. Получены данные относительно разработки отравляющих веществ для нового вида оружия. Но я обнаружил обратную сторону медали по этому делу, связанного с доктором Кирком, который верит в приоритет национальных исследований в области энергетики. Думали, что доктор Кирк погиб во время испытаний 3-летней давности. Согласно последнему донесению, вся работа над неизвестным видом оружия проводится на этом заводе. Эксперименты уже на стадии завершения. Согласно моим данным, с этим каким-то образом связана и наша страна. Необходимо немедленно вмешаться. Данные о докторе Кирке. Уже близко. Окей, это первый чекпоинт. Игра закончилась, ребятки. Что-то случилось. У охраны не горит свет. Может быть, они устроили там вечеринку? Немного музыки, танцев, понимаешь? Оставайся здесь, младший. Охрану я возьму на себя. Эй, ты слышала, как он меня назвал? Забудь, сейчас самое главное, Гейл. Ну хорошо, ты права.